самолет летит на небе. Вон белая точка. Прям так отчетливо видно. На телефоне, конечно, не так. Лежим на улице в палатке, душно. Легли сюда, постелили плед, клеенку, потому что земля еще влажная. И лежим, наслаждаемся. Дети еще спят в машине. Телефон свой поставила на зарядку в машине. Лежим. Сейчас немножечко это и пойдем на озеро купаться. Уже там люди где-то купаются, разговаривают, смеются. А сколько времени у нас-то? 9:15 утра. Люди уже вовсю купаются. Всем доброе утро. У нас 9 утра. Пришли на озеро. Вот это озеро, которое мы искали, но не нашли первый раз. Но теперь мы уже его нашли. Пешком сюда приходим. Очень красивые виды открываются. Там вот санаторий. Их территория платная. А здесь все бесплатно. Очень красивое озеро. И вокруг идет лес. Очень красиво все вообще. Вид такой шикарный. Правда, девочки, снимаю не на свой телефон, на Ванин. Мой телефон сел, зарядить не могу, так как ему машинной зарядки не хватает. Поэтому вот снимаю на Ванин, ну как получится уже. Сейчас пойду купаться. Время 9 утра, здесь уже столько народу. Так, вот люди в глине стоят. Грязи голубые. Мои тут сидят, сейчас покажу. Принесли мою бутылку. О, ты вот так пришил, правильно? Мы решили это, набрать 5-литровую канистру грязи домой. Ну-ка, Владька. Димон, где ты там? Ну, а что тебе делать? Сядь туда попой, сиди, набирай. Влада и не видно, лежит. Еще бы вот со дна черную бы еще достать грязь, и ей бы намазаться еще. Такая тут котлован такой. Дим, пошли купаться. Бутылка ко дну идет. О, мои мальчики в грязи. Так, Владюха. Сейчас на жопе жик, как на горке. Поплыли. Поплыли, и все. И завис. Поплыли. Так, Димон, давай, давай. Как поросята. Ну-ка, Владька, сюда повернись. Мальчишки купаться. Черный, углений, в грязи. Пошли купаться. Я сейчас, пока Ваня там мне грязь набирает, я не буду залезать в грязь, потому что мне бутылку надо будет принять. А я сейчас по бережку пока похожу. Здесь вот озеро поглубже, хотя бы купаться лучше, удобнее, чем в том озере. И здесь грязь не сразу тут с берега, а туда немножко глубже. И она такая получше, по ощущениям. Ой, вода кажется прям холодная. Может, то, что ноги это горячие. Народу сколько. Ой, какая красота. Вот там со дна еще достают черную грязь. Она хоть не такая вонючая, как на том озере. И тоже ею мажутся. Ходите, вылазьте, окунемся. Ну, я пока не буду. Давайте, давайте, давайте. Давай, Димон. Как я сейчас, как баржа тонула в этой грязи. О, красавец. Ага. Так, второй на выход. Давай, Димон. Что ты выбрал самый высокий берег? Так, давай пошли. Тихо, тихонечко. Так, я, наверное, папины тапки сниму куда-нибудь. Намазались мы теперь голубой грязью. То черная была, то зеленая, то голубая. Народу прибывает. Бывает. Озеро народу. Мужики стали кусать нас. Прям закусали уже. Все люди в грязи ходят грязные. Время 1 дня, пришли с озера, накупались, разобрали всю палатку, все на машину позакидали. Все-таки сырость ночью была, чтобы все немножко на солнце сейчас прогрелось. Поели, опять шашлык поели, арбуз поели, но еще арбуз не доели. Теперь решили собрать палатку и не знаем как. Тут вроде бы рисунок есть, но по нему ничего не понятно. В общем-то, сейчас будем как-то собирать ее каким-то образом. Не знаю как. Потом еще отдохнем, искупаемся, а потом уже... Сейчас, в общем-то, решили немного это... Как припаковаться, прибраться, как сказать. А потом уже будем и выезжать. Так что вот так. Собрали палатку. Да, Ваня? Короче, пока Ваня в интернет не забил. Собрали палатку махом по интернету. По совету в интернете. По картинке ничего не понятно. Собрали и устали. Жарко так на улице вообще. Сейчас что-нибудь еще соберем. Потом пойдем, наверное, купаться. А, мангал нам еще надо собрать. Купаться и домой. Да? Угу. Мы уже устали отдыхать, честно говоря. Отдыхать, оказывается, тоже устаешь. Так что вот так вот, жара несусветная, градусов больше 30, наверное, жарит народу. Одни уезжают, другие приезжают, места вообще свободное не остается. Передвинули мы свой плед в тенечек, сейчас немножко полежим, будем дальше все собирать. Замученные, уставшие, но счастливые. Классный отдых был? Да. Вообще обалденно. А что больше всего понравилось? Глиняная ванна. Глиняная ванна? Да. Грязевая ванна, да? А тебе, Ваня? Все понравилось. Мне тоже все понравилось. Ну, конечно же, и грязи. Вот тут, наверное, где-то надо сворачивать, Ваня, чтобы объезжать вот точно. В следующий раз. Мне кажется, вот тут вот и надо. Мне тоже да, все понравилось. Давай. Сюда? Все, прибыли мы до дома. Вот все наши вещи, которые с нами ездили, кроме канистры. Так, время 10 минут 5. Мы только зашли домой. Включила кондиционер сразу. И вентилятор. Короче, Белла наша почти ничего не ела, пока нас не было. Еда почти вся целая. Только сосиску съела, которую я дала перед отъездом. Так все стоит. Тоже, похоже, от жары мается, ничего не ела. Вот ты моя девочка. Вот, стоп, ты сейчас уронишь его. Вот. Так что все, мы дома. Сейчас сил нет ничего разгребать. А, единственное, нужно сейчас будет продукты. Я разберу. Овощи, фрукты, продукты. А остальное все пусть лежит. Никуда не убежит. В общем-то, уставшие, отдохнувшие и счастливые вернулись домой. Так что все. Девочки, всем привет. У нас уже следующий день после того, как мы приехали с озера. Вчера мы приехали. Вчера, как только зашли, все занесли. Единственное, что вот успела снять, сколько мы вещей с собой брали. Все занесли, раскидали по залу. И на больше у меня просто уже не было сил что-то снимать, вообще что-то говорить. Мы так устали. Наверное, больше не физически устали, а больше устали из-за жары. Вы все видите у меня, как загорело лицо. Посмотрите. У меня спина вся сгорела. У меня здесь все сгорело. Живот сгорел. То есть загорело так, что не то, что загорело. Сгорело. Спина. Я вчера мазала. Не видно, наверное, камеру красную. Все. И Ваня тоже у меня сгорел. Дети не особо. Мы с Ваней очень сильно сгорели. Вчера мазала и себя всю пантенолом, и Ваню пантенолом. Немного легче, кстати, стало. Вот. Короче, я в 7 часов уже приняла душ. Точнее, ванну. Че, после этой соленой воды за сутки волос вообще был как солома. Вообще вот такое, как гнездо, знаете. Вот я вчера залезла в ванну, такую водичку слегка сделала, не горячую, прохладненькую, чтобы тоже спину жгет невозможно, больше всего спину. Намыла голову, раза 3, наверное, мыла голову кондиционером, бальзам точно намазала, все вот, чтобы она хоть легче расчесалась, потому что если бы я бальзам не намазала, я бы сегодня просто их не расчесала. И, в общем, в 8 часов я уже легла спать. Все просто. Дома жара, а мы еще занесли вот эту всю постель. Она еще вся горячая. Что после машины? В машине как не знаю что. Как в бане было. И мы, получается, это все занесли. И в квартире сразу стало жарко. Я 2 вентилятора, кондиционер на самый холод включил. Мы просто не могли остыть. Среди ночи просыпалась несколько раз от того, что мне жарко. Включала кондиционер периодически. Потом выключала. Потом включала вентилятор. Выключала. В общем... Ну, не скажу, что прям плохо спала, просыпалась, но относительно нормально поспала. Умотались просто все. Ну, конечно же, как вот правильно говорят, отдыхать тоже устаешь. Так и мы. Поэтому сегодня встала, стирки неимоверно. Все, хорошо, я еще вчера, девочки, набралась сил, просто еле встала, загрузила эту стирку, полную машинку. Потом, думаю, если завтра буду стирать, будет некуда развешивать. Поэтому вчера вот одну стирку загрузила, перестирала и сразу же все кое-как развешивала. Полный балкон был завешен бельем. И сегодня вот уже время у нас 2 часа дня. Я до сих пор с утра стираю, с 8:30 утра. Все перестирываю, перестирываю. И пледы, и постель, все-все-все. И одежды, и купальники, в общем, полотенца. В общем, гора стирки. Ну, в общем, что хочу сказать. Нам всем путешествие наше очень понравилось, несмотря на то, что вымотались мы все от этой жары. Еще назад ехали, я не туда свернула, точнее, Ваня был за рулем. И вообще, как, знаете, как пьяная была, вообще вот такая. Я, считаю, не спала толком там в палатке, потому что у меня то комар жужжит, то собака за палаткой ходит, то как-то вроде как сырость какая-то. Я очень плохо вообще там под утром уж 1-2 от силы поспала и все. И поэтому я вчера как вот квашня, по-другому не скажешь. И все, я никакая, я невнимательная, я не говорить ничего не хочу, я уставшая. И вот едем, Ваня говорит, вроде тут заворачивать. Я нет, мы прямо ехали, мы не поворачивали. Ну вот, 5 километров лишних проперли, хорошо. Потом стали смотреть, что-то вроде это мы не приезжали, и это вроде тоже не приезжали. Открыли карту в интернете, навигатор. Интернета толком нету. Потом кое-как, короче, это развернулись. Еще 5 километров назад мотали. Короче, по этой жаре еще мотались еще не туда. Ну, все остались довольны, все счастливы. Детям очень понравилось. Я, кстати, 5-литровую баклажку привезла глины, грязи этой, которую вот это, где я вам показывала. Как он, овраг-то с грязью, вот прямо оттуда мы набрали. Все набирают банками, контейнерами, ведерками, в общем, все гребут оттуда эту грязь. Ну и мы набрали 5-литровую канистру, вот, привезла эту грязь я домой, но еще не распаковывала. Сумки еще, детские вещи, рюкзаки не все распакованы до сих пор. Сегодня только, знаете, как отходняк у нас у всех. Вот, ну, Ваню сегодня вызвали на работу, хоть он и в отпуске, поехал на работу, ну, а я дома. Все, вот надо кушать, готовить, я все никак не возьмусь. Ну, в общем-то, девочки, всем все понравилось, но очень сильная жара. Всем все понравилось, было прикольно, накупались, нанырялись. Озера, кстати, озера очень соленые, там вот мы на 2 озерах купались. Одно озеро, самое первое, которое более мелкое. Дети у меня его все озеро перешли просто от начала до конца, от края до края перешли пешком. Оно не глубокое. Вода очень соленая. Прямо, знаете, когда идешь, ну, вот идешь и сквозь ноги такое сопротивление на ноги. Прям идти невозможно, такая соленая вода. Как же на дне называется грязь? Там прям проваливаешься, идешь, прям со дна ее черпают, на себя мажут. Себе пилили, как она называется? У Вани спрошу, попишу. Черная вот эта грязь. Но она, зараза, с таким запахом неприятным. Но она, кстати, быстро выветривается, этот запах. Вот. Она вот тоже полезная, эта грязь. Прям люди ведрами все гребут, прям ныряют с ведром, вычерпывают ее и намазываются, и смываются, под солнцем ходят, чтобы она подсохла. В общем, это вот на первом озере. На втором озере, где вот эти грязи, тут, где котлован с грязью, там еще котлован с голубой грязью. Мы там фотографируемся, но там на кадре плохо видно, что голубая грязь на нас. Там озеро тоже соленое, но не до такой степени, но тоже соленое. Вот, народу, это что-то с чем-то. Там рядом платные санатории, и все с платных санаториев идут вот на, это, вот на этот бережок, потому что здесь грязь. Здесь вот эти котлованы с грязью. Один котлован с грязью, второй котлован, там третий котлованчик маленький. Ну и со дна вот это все вычерпывают, мажутся этой черной грязью. И вода щелочная. Прямо, знаете, идете, и сзади вас пузыри, как минералка. Пузыри прям вот идешь, вот от движения вот в воде, ты идешь, и сзади тебя вот пузыри. Вообще... такая щелочная вода. Вот. Ну, очень интересно. На будущее мы уже тоже, может быть, в этом году, может быть, в этом уже не получится году, может быть, только на следующий год хотим еще съездить. Нам понравилось. Единственное, что жарко. Выбрать погоду, только, знаете, чтобы не 35 было в тени, а хотя бы градусов 25 в тени. Ну, блин, не предугадаешь у нас. Мы работаем как отпуск, да, туда-сюда. В общем, не предугадаешь. Так что вот такие вот, девочки, дела. Хотела сказать вот по поводу нашей поездки. Вчера уже просто не было сил. Сегодня, думаю, все запишу вам, скажу. Ну, все красные. Сгорели, загорели вообще до ужаса. А я же вообще типа домашнее растение. Я солнца вообще боюсь. Поэтому я только раз вышла, и у меня все, вся спина. Я же еще купила купальник себе раздельный, чтобы загорать. Ну вот, не то слово загорела, я сгорела. Просто-напросто. Так что вот так. Было жарко, но интересно. Нам понравилось. На этом буду видео наше заканчивать. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч.